Че, нормально так? Алло! Может, можно я в туалет схожу? Разрешите? Нет. Корону упусти, он упала, подними. Че ты лыбу давишь? В двух словах, этот школьник очень жестко гриферил, я притворился школьником, договорился с ним встретиться, с фейковой страницы написал ему, и вот смотрите, что получилось. Дед пизды. Ну, короче, он уже пришел, стоит. Я его за мышь не снимаю, чтобы он не видел. Стоит, нервничает, он думает, что я школьник. Книжки? А, вы мне? Да. А что вы сказали? Я не услышал. Меня смущает то, что вы ходите. Сейчас, подождите, дайте телефон сблокировать. Еще раз повтори. Смущает то, что вы ходите за мной. Где я ходил? Я проходил мимо. Ну, туда хотел идти. Ну, идите тогда. Ну, я вот, ты меня же зацепил, я с тобой давай поговорю. Ну, я освобождаю вас, идите. Не хочу я. Чего ты ко мне пристал? В смысле, я прохожу мимо, ты ко всем так цепляешься? Тебе что, делать нечего? Подожди, я общался с тобой на вы, а ты перешел на ты. И чё? Я разрешал? И чё? Какая разница? Я разрешал? Че ты, ничего, разрешение твое нас спрашиваете? Можно я в туалет схожу? Разрешите? Нет. А почему нет? Потому что нельзя. Ты царь, корону упусти, он упал, подними. Че ты лыбу давишь? В смысле, блядь, кто ты такой, дядя? В смысле, я подошел сюда постоять. Ты че вопрос на вопрос отвечаешь? А зачем ты со мной стоишь? Мне не интересно. Я с тобой не стою, да ты со мной стоишь. У тебя корона, жгри, упала, подними. Вот сам поднимай и надевай. Ты че такой дерзкий, я не понял. У тебя две жизни или как? Мне надо. В смысле, нет, тебе надо? Я проходил мимо, ты мне что-то зацепил меня. Ну иди домой тогда. Чуть-чуть, да, мне надо было вот сюда, вот я перепутал, не этот подъезд, вот этот нужен был. Ну, я стою. Подъезд. Ну я жду людей, сейчас выйдут, поэтому. Я тоже жду человека. Ты что, охерел? В смысле я охерел? Ты уроки сделал? Ты можешь попроще общаться? Хочу, так и общаюсь. Давай, ты попроще общайся, смотри, мы тебя, во-первых, снимаем. Вот. Пошел, руки убрал. Руки убери, ты. Убери ты, что ты вот такой дерзкий? Кто тебе пускал? Кто тебе разрешал меня снимать? Че, кто? А че, кого я хочу снимать? Я в кадре, все, я могу тебя снимать. Себя могу снимать. Я не разрешал тебе снимать мое лицо. Я тебя замажу вот так вот. Треугольник. Откуда я знаю, замажь ты меня или нет? Ну в интернете найдешь, увидишь. Блять, короче, отстань. Че ты матом вообще ругаешь? Тебе сколько? 12, 13? 12. Мне позвонить надо, отстань. Давай, звони. И мне не жалко. Потом с тобой продолжим разговор. Че, позовешь кого-то? Будем разбираться или что? Угу. Не твое дело. Иди, потом сейчас это бешеный камеру тронешь, потом будет тут лежать. Че, недоступен? Доступен. Че так? Знаешь почему, кстати? Сейчас, подожди как секунду. Как ты знаешь? Попробуй сейчас набери. В смысле? Прямо, набери. Ты же кого-то ждешь? Че, батя, что ли? Ты ждешь кого-то? В кого его батя? В смысле батя? Не понял. Того, кого я жду. А ну давай. Что, не? Не звонит или деньги на счету кончились? Мамка не дала. Какой смысл мамка не дала? Ой, ребят, смотрите, его номер телефона. Звоните. Что, нормально так? Алло! Алло! В смысле, блядь? А что ты покраснел? Не ожидал встретить, да? А кого ты ждал? А? Кого ты ждал? Пиздюка. Кого-кого? Маленького ребенка. Ребенка маленького? Прям вот такого маленького? Как я. А не ожидал меня увидеть, да? Охерел, да? А ты кто? Охерел, да? А ты кто? Я антигрифер, прикинь. Ты грифер на других серверах. Мне вот сказали знакомые коллеги, что ты грифер, прикинь. А теперь ты попался, я теперь вот так себя буду. Доказательства есть? Во-первых, мы записывали, ты руки, давай это не трогай. Тихо. Смотри, там, короче, вот это вот увидит твоя мама. Понимаешь, мама увидит. Мы пойдем к твоей маме и покажем это маме. Отойди вот туда, встань. Не-не-не. Как-то я помню, там, ты там ты ругался, что-то там послал, на пиздюк говорил, да? Прикинь, как тебе мамка. Ну ты понял. А что я могу сделать, чтобы вы не пошли к моей маме? Ничего. В смысле, ну прям вообще ничего? Вообще прям ничего. Ну давай я там отожмусь и присяду. Мне и... зачем это? Ну блин. Ну нет, мы пойдем к твоей маме. Ну давай какие-нибудь варианты. Какие варианты? Что, я не знаю, заплатить тебе. Мне не нужны твои 20 рублей. Вообще-то не 20-15. Сейчас я подумаю. Нет, я издеваться над тобой не хочу, но типа ты должен понести наказание. В смысле, ты видишь. Ну ты же ждал школьника. Зачем ты ждал школьника? Ты не ожидал меня встретить, да? Нет. Ну вот. Как наказание тебе такое?
Многие из вас знают, что мой сервер Don't Craft был крашнут. В прошлом видео, кто смотрел, гриферы взломали его, забанили кучу игроков, поломали все, сломали все команды. Ну, я расстроился, в общем. Но мне написали ребята, команда людей из 8 человек. Они сказали, что помогут мне собрать сервер. Целую неделю, не покладая рук, они работали чуть ли не 24 часа в час и сделали вот такой вот сервер. Хочешь печеньку? На! Хочешь возможности летать? Пожалуйста, получай! Хочешь кит-бонус? Клик сюда! Хочешь батуты? Пожалуйста! В биом? Туда! Вылечить себя? Туда! Надеть голову Don't Worry? Пожалуйста! Группа ВКонтакте? Строй что хочешь прямо на спавне. Секретики, кликер. Царь горы. Клик сюда, и твоя голова тут. Сорви и покушай яблочко. Новый паркур, который идет вниз. За прохождение паркура вам начисляются деньги. Но на этом сервере мне не хватает вас, игроков. Давайте заполним этот сервер. Заходите, айпишечка сервера есть в описании с 4 мая, с 10 утра. Сервер будет доступен по айпишечке в описании. Давайте, забегайте, играйте, зовите друзей, делайте скриншотики и скидочки на донат. А также стрим в эту субботу будет в 16:00 по московскому времени. Удачного просмотра. Пойдешь, короче, со мной на стрим, вот прям без отказа. Если отказываешься, вот есть прямая трансляция на ютубе. У меня на канале 1,5 миллиона подписчиков. Нет, ну мы завтра сделаем трансляцию и пойдешь со мной на трансляцию в выходные. Я не смогу. Что ты не сможешь? У меня завтра занят день. Ну, я не знаю, или мы идем к маме, и мама с тобой говорит, либо ты идешь со мной на трансляцию. Ты сам сказал, что ты хочешь что-то это. Ну да, но 1,5 миллиона подписчиков. И что? Немного. Они, во-первых, и это увидят, и то. И либо вот это увидят, и потом с мамой, где тебя мама будет ругать, либо трансляцию просто выбирай сам. Мы просто пообщаемся, и все, ничего такого не будет. Согласен? Ну точно, ну что и... Ну, давай. Ну все, тогда давай. Номер телефона у меня теперь твой есть, контакт у меня есть, но как в этот раз я тебя через твою страничку. Ну, пойдем к твоей маме, проблем-то. Так ты же не знаешь, где я живу. Знаю. В смысле, откуда? Знаю твой адрес. В смысле, откуда руки, ты знаешь убери, мой адрес? Убери ты, руки свои. Адрес, хоть тебе сказать твой адрес? Скажи. 3 Московский. 7, дом 8, по-моему. Квартира? Нет, сейчас, подожди, дай сейчас я гляну. Дом 8, квартира 3, которые вот эти 20-этажные дома. Ну ладно. Такой еще дом, такой рыжий. Села, короче, камера. Вот. Че, ты придешь на трансляцию? Да. Туда можешь сказать, что ты придешь точно на трансляцию? Слово там, я деда. Я точно на трансляцию. Все, и давай, короче, я тебя жду. Не опаздывай. Все, я тебе напишу адрес точно и все такое. В общем, таки на этом все. Кому понравилось, поставьте ровный палец вверх, напишите. Ну что ты стал, иди давай. Напишите комментарий, подпишитесь на канал. Если вы хотите, чтобы я спалил его номер телефона, ставьте лайк. После 20 лайков я спалю номер телефона. С вами был я, Влад Don't Worry. Стоит лупит, сука. Друзья, все, всем пока. Я верю, что вы поставите лайк. Спасибо за лайки. Пока. Подпишитесь на канал, комментарий.